Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня будет анти-топ моих продуктов из Oriflame, то есть те продукты, которые мне не подошли или не дали какого-то ожидаемого результата. Мне было очень трудно выбрать эту продукцию, потому что мне нравится продукция Oriflame, она мне подходит, и мне проще говорить о том, что мне нравится, о любимых продуктах, о тех, которые дали результат. Но все-таки есть некоторые продукты, которые попали в такой список. Итак, давайте посмотрим, какие же именно эти продукты. Конечно, скорее всего, многим этот продукт очень нравится, мне тоже, но мне здесь не нравится аромат. Это сухой шампунь для волос серия Hair X, и когда я его распыляю на свои волосы, я уже, правда, давно этого не делаю, это просто как будто бы меня отравят каким-то невероятно невкусным запахом. Вот, очень очень плохо переношу, но он эффективнее, чем сиреневый. Точно такой же есть еще сиреневый, зеленый для жирных волос, сиреневый для тонких. И мне, конечно, больше по качеству нравится этот шампунь, но запах не переношу абсолютно, поэтому он у меня попал в антитоп. Хотя, конечно, продукт хороший, и я уверена, что у него есть куча людей, которые им довольны. Следующий продукт, к которому у меня нет абсолютно никаких претензий по качеству, это гель для умывания серия Love Nature. Потрясающая продукция, просто потрясающая. В этой серии есть маски, гели, скрабы, много-много продуктов именно в тюбиках. И есть проблемы, то что, во-первых, очень неудобно пользоваться. Чтобы выдавить каплю геля, нужно открутить, выдавить, потом каким-то образом, имея каплю геля в руке и крышку, надо как-то закрутить. Положить не получится, потому что гель будет вытекать. Поставить тоже, он просто упадет. То есть надо крутить. И еще проблема, то что крышки отламываются. То есть бывает такое, что крышечка, то есть отломилась та самая часть, которая должна накручиваться на тюбик, как вот случилось в этом случае. Что обычно мы делаем? Переливаем гель для умывания просто в флакон, в котором был другой гель, но с дозатором. Это единственный выход, который вот мы для себя нашли. А гелем этим пользуемся постоянно, поэтому пришлось придумывать такой лайфхак. То есть претензия к упаковке. Было бы здорово, если бы здесь был дозатор. Следующий продукт, который меня просто удивил, и я знаю, что у него тоже есть поклонники, это тушь серии Giordani Gold. Тушь с металлической насадкой для прокрашивания ресниц с эффектом подводки. Но у меня эта тушь вообще не сработала, то есть у меня получается эффект слипшихся неровных непонятных ресниц. То есть на мне эта тушь не работает абсолютно, и я думаю, что она подойдет тем, у кого ровные, аккуратные, короткие реснички, или длинные, но все равно они должны быть аккуратные. А если ресницы, как у меня, то есть какие-то длиннее, какие-то короче, и они, в общем-то, достаточно тоненькие, не работает тушь. И есть специфика, как ее использовать, то есть нужно снимать, то есть каждый раз салфеткой протирать вот эту вот насадку. То есть ну, не очень удобно, но я читала, когда состав этой туши, он, конечно, впечатляет. То есть тушь с очень богатым набором ухаживающих компонентов. Было бы еще здорово, если бы щеточка была бы для меня удобная. Так что она у меня тоже ушла в антитоп. А вы пишите, кому эта тушь подходит, кому она нравится, да, делитесь своими впечатлениями, ну или кому-то, если она не понравилась. Есть еще один продукт, как я говорю, у меня топ-7, это четвертый. Это Азе бальзам для губ. Я брала себе с цветом персика. Что было в первую минуту, когда мы познакомились? То есть я понюхала аромат, и мне он понравился. Я такая, а он приятненько пахнет. И я, конечно же, себе его заказала. Но когда я начала пользоваться, этот аромат стал таким навязчивым, что вот просто аж прям вот, ну, неприятно. Настолько он сильный, и он преследует. И во-вторых, горечь, то есть новый, абсолютно новый продукт, нанеся на губы. Если я губы облизнула языком, а я это делаю часто, это нормально, особенно с бальзамами, во рту стоит горечь такая неприятная. И, конечно, у меня этот продукт ушел в антитоп, к сожалению. Очень жаль, потому что
он и по составу очень хороший, в нем классные компоненты ухаживающие, но вот эти вот неприятные его качества оттолкнули, и пользоваться им я тоже не могу. Следующий продукт — классная подводка для стрелочек, серия Giordani Gold. И нету никаких нареканий к самому продукту, очень классная подводка, у нее такая мягкая консистенция, она черная, сама текстура такая, что подводка ложится такая гладкая, стрелка красивая, не размазывается, не растекается. Но для меня вообще невероятная форма нанесения, то есть никак в мою картину мира не вписывает, что где-то у меня должна лежать отдельно кисточка. Я пыталась, честно пыталась ей пользоваться, несколько даже периодов было, что я ей пользовалась, потом переставала, опять начинала пользоваться. Я купила специальную кисточку для этой подводки, но это не спасло ситуацию. То есть для меня неудобная форма, опять же. Если делать макияж, в принципе, уход за собой занимает много времени, нужно привести в порядок тело, волосы, тут накрасить, там постричь, там выщипать, тут подвести, тут это сделать, тут это. И вот когда нужно еще на стрелке тратить кучу времени, найти эту кисточку, и она была, должна быть всегда чистая, набрать подводку, накрасить, куда-то кладешь кисточку, пачкаешь уже все остальное. То есть для меня вот эта форма оказалась невозможной, просто невозможной, просто потому что я такая. Наверняка эту подводку многие любят и даже перезаказывают много раз, потому что она качественная. Но тут нужно приспособиться и в свою жизнь встроить как-то, да, вот этот процесс нанесения подводки, и тогда, конечно, проблем не будет. Следующий продукт, который мне не подошел, это тональная основа Giordani Gold с эффектом пудры. Я, во-первых, к ней не могла долго приспособиться, я пыталась ее носить пальцами, кистью, мокрой кистью. Единственный вариант, который более-менее мне понравился, это нанесение влажным спонжем. Но опять же момент, когда ее наносишь, лицо становится невероятно красивым, просто как с обложки журнала, такая ровная, идеальная кожа. Но через несколько часов я обнаруживаю, что у меня в моих порах, которые есть, к сожалению, может быть, не к сожалению, но что есть, то есть, в моих порах эта тональная основа, ее становится видно, то есть она подзабивает поры или как-то она подсобирается, то что я ее вижу, соответственно, ее видят все, кто со мной общается, а для меня это просто неприемлемо. То есть мне всегда нужно, чтобы, ну, лицо выглядело хорошо, и не нужно следить за этим долго. Поэтому к этой тональной основе у меня вот такая вот небольшая претензия. Интересно, а кому она подошла, кто научился ей пользоваться? Поделитесь тоже в комментариях, как вы к ней приспособились, приноровились, и какой у вас тип кожи. Может быть, она мне по типу кожи просто не подходит, может же быть такое. Конечно, мы все разные, у одних одно, у других другое, поэтому то, что одному человеку не нравится, другому может быть просто супер продукт. И еще один продукт, вы будете, наверное, удивлены, это гель-лак. Гель-лак — это в принципе фантастическое изобретение человечества, когда можно накрасить ногти и забыть про них на 1-2 недели. И у этого лака заявлена стойкость 11 дней. Я была бы невероятно счастлива, я бы их купила просто все, если бы действительно они держались у меня хотя бы 7 дней, хотя бы 7. Но они у меня не держатся вообще. То есть даже если первый день я накрасила, все сделала по технологии, то есть сушу на солнце, не под лампой, не при электрическом свете, а я крашу только днем и стараюсь красить, когда солнечная погода, то есть чтобы прям вот на солнышке просушить. То есть делаю все по технологии, выглядит это невероятно красиво, когда я крашу ногти этим лаком, а я им крашу, и дочка пользуется тоже уже полфлакончика, то я получаю столько комплиментов и на видео, когда мы снимаем руки, видно ногти, все пишут, как красиво, как классно. Но стоит мне просто повозиться немножко, что-то приготовить или что-то помыть, сразу, моментально, в 2-3 местах кончики у меня отлетают. Хотя ногти у меня крепкие, то есть у меня не промокашки, у меня ногти хо-хо-хо. После того, как я пропила кальций 2 баночки подряд, у меня просто не ногти стали, а, не знаю, ножи. Вот, поэтому претензия к этому продукту, то, что он у меня не выдержал хотя бы несколько дней.
Вот и все. Больше я не нашла, я перерыла все, я вспоминала, может быть, когда-то были продукты еще. Но даже если они и были, их сейчас уже, значит, нет. Вот нашла совсем немного, но то, что есть, это то, что мне просто не подходит либо по запаху, либо по упаковке, либо дает какой-то не тот эффект, который я ожидаю. Мне интересно, есть ли у вас продукты, которые вам не подошли в Oriflame? И если есть, то какие? Напишите в комментариях, будет просто интересно почитать. Только если вы пишете, например, что вам не понравился какой-то продукт, обоснуйте почему. Обязательно обоснуйте. Еще знаете, у меня была такая история, очень показательная. Я познакомилась с одной девушкой, предложила ей полистать каталог Oriflame. Она сказала: фу, Oriflame Г. Я такая: а что вы пробовали? Правда не понравилось? А что вы пробовали? И она говорит: сейчас покажу. И она листает каталог, показывает серию в розовых баночках Optimums для сухой кожи, для сухой чувствительной кожи. Я смотрю на девушку, у нее открытые поры, да, вот этот сальный блеск, очевидно на 100%, что это жирная кожа, что это обладательница жирной кожи. Я говорю: а вы сами выбрали? Она говорит: да. Я говорю: почему эту серию? Красиво, понравилось. Я говорю: так это же для сухой кожи, она вам не могла подойти. Эта серия должна вызвать у вас еще большую то есть активизировать работу сальных желез, и должно стать еще жирнее, еще более липкое, неприятно. Она такая: да, да, так и было. Я говорю: может быть, тогда Oriflame не Г, может быть, просто подобрать правильно и все. Ну вот, поэтому пишите, основываясь на моих рекомендациях. Желаю вам всем успехов, конечно же, красоты и крепкого здоровья. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте внизу на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Всего вам доброго, до новых встреч!